Здравствуйте, товарищ Птицелова. Вот первый улов. Листовка зеленая вон болтается. Вон еще рыба. Сейчас поймаю, вытащу ее и пройду тоже. Сейчас. Самочка вторая. Листовка. Вот первая. Все, собираемся, уходим. Еще рыб где-то сели. Вот. Первый малиновый в этом сезоне. Матвейка радостный сразу стал. Да. Вон рыжий сидит где-то. Не видно, наверное, будет. О, вижу. О, и на камеру видно. Вот он летает. Вот сюда сел. Вот он. Вон еще один рыжий болтается. А чего он сейчас сам залетит? Смотри. Вон он прыгает. Вот он, хопа. Малиновый на хлопок попался. Все, хлопни, он залетит. Сейчас из стороны уйдет. Обидно будет. Хопа, есть. Сейчас улетит, смотри. Не, не улетит. Ладно, держи малину, пойду этих выпутывать. Нижний отпусти. Да он сейчас вот верхний отпустится. Нижний кто у нас? Нижний самочка, по-моему. Или самец. Самец, по-моему. Да этих отпустим, наверное. Нижнего точно. Ладно, сейчас выпутать буду. И два рыжика. Вроде самцы оба. О, камера хорошо расцветку передает. Вот такие. Все. Будем дальше ловить. Вроде недавно по ящик пролетел, но у меня тут ни манного, ни записи. Не хочу ставить. Так что вот так. Вот такой снегирек залетел. Вот. Краснобородый, но уссурийский, что ли. Или может гибрид. Ну и вон там. Это самочка, но это сейчас на выпуск. Он снегирек молодец, работает маленький. Сейчас будем выпутывать. Вот такая девочка. Все, беги. Вот, все, побежала. Недалеко он что-то. Сюда наелся. Да, мальчика выпутал. Вот такой. Там есть у него шишка? Вот такой красавец. Вон, видно. Хорошо видно красный цвет. Все равно не передает, он ярче. Щеки красные. Такие розовые. В общем, такой снегирь. Все, ловим. Вот еще рыженький попался. Пацанчик. Вроде. Даже не вроде. Пацан рыжий попался. Вот такой. Ой. Какой красивый. Три штуки пришло. Один красных, два рыжих. Что-то я запутался. Ну, в общем, так. Что-то крутились, крутились. На макушку ушли вообще. Там с макушки улетать. Спустились и сидели, сидели. Что-то один воткнулся и все. Те ушли, как-то причем незаметно. Вот один только, и то в самый верх воткнулся, видать, тоже улетать хотел. Ну, вот так продолжаем ловлю. Дед. Так, видно, не видно было. Не, не видно. На самой макушке сидит. Циркобуз. Ну, пока вниз не идет на наших. Не, не видно вообще в пещерах все. Сидит, короче.